Первая тематика посвящена алгоритмам выбора признаков, которые являются семейством алгоритмов анализа данных и позволяет снизить размерность признакового описания объектов исходных наборов данных. Как можно догадаться, подобная процедура позволяет снизить расходы на хранение объектов, но также позволяет ускорить модели машинного обучения, а в некоторых случаях даже повысить их метрики. В целом, алгоритмы выбора признаков делятся на несколько групп, но мы с вами будем заниматься фильтрующими алгоритмами выбора признаков, а если быть более точным, то ансамблями, построенными на фильтрующих алгоритмах выбора признаков. В целом, алгоритмы выбора признаков имеют наибольшую применимость в областях медицины, биоинформатики, а также других областях, где требуется интерпретируемость от получаемых моделей, а также требуется четкое и хорошее понимание того, какие именно зависимости вы выявили и почему вы отсеяли те или иные признаки. А фильтрующие алгоритмы выбора признаков здесь обосновываются тем, что в приведенных областях, особенно в биоинформатике, зачастую признаковое описание достаточно велико, и именно фильтрующие алгоритмы выбора признаков позволяют добиться достаточной скорости работы с подобными большими наборами данных.